Всем привет, с вами Саня 69 Fallout, проходит день игры Tomb Raider Underworld. Вот тут нам дается возможность покататься на монтке. Надеемся, не будем терять возможность. Так, только мне бы научиться управлять, и поездив чуть-чуть, может быть и научусь, только надо фонарик выключить. Нам типа показывают, залезь туда и будет тебе счастье. Сейчас будем пытаться. И тут палка должна лежать, или у меня глюки? Нет, у меня не глюки. Ты зачем на эту Бруно? Блин. Реально, зачем же я на нее запрыгну? Ладно, зато попрыгаем. Так. Херак. 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 Фигак, фигак. Теперь нам можно было запрыгнуть. Только можно было. Ну ладно, сейчас еще раз попробуем. Попытка как не пытка, как говорится. Так, прыгай, прыгай, Ларка, прыгай, прыгай, прыгай. Так, так, так. Так, мы прыгнули на эту штуку, взяли тут голову. Теперь надо на другую сторону ехать. Так. Вот тут у нас какие-то суслики ждут. Тут уже пожестче пойдет. Чуть-чуть пожестче. Встаем и обратно слезаем, как залезали. Так, столб вот. Чуть-чуть не так, ну, суть ясна. Так. Опять же влезаем с этой фигни. Пробуем вот так. Ой, не так, конечно. Что-то в этом роде, я имею в виду с этой стороны. Давай на вторую стену. Кто там жужжит, а? Какие-то уроды. Так, тут нормально спрыгнули, теперь бежим к мотоку. И едем дальше. Я помню, или дальше назад едем, ну куда-то едем. Фонарь надо вырубить. У нас пантера встречает, уже веселее. Так, пантерами мы справились тут. Мне тут научилось просто ездить получше. Так, нет, не сюда. Что, надо будет прыгать, что ли, я не помню. А нет, это еще нормально. Хрена подпрыгнул, блин. Можно бы сейчас на игну. Да.
Да. Подъехали к этому месту. Так, я-то думал, сейчас залезу туда. И теперь нам надо сделать очень легкую загадку. Только не понял, в какую сторону. Так, стоп. Сначала делаем не так. Опять фонарь крутим. Сначала двигаем вот эту штуку. Странно, странно все. Ну какой нафиг фонарик? Я уже с этим фонариком забредил. Ставим голову. И теперь вот можно... Ой, как я с фонариком надоел, мне уже с фонариком нажимать 100 раз фонарик. И теперь это можно подкрутить. Наверное, будет так. Ну, пускай Ларка, Ларка. Хоть стоять на месте. У меня же такие лаги, блин, 10 FPS вообще. Что-то странное. Ладно, сейчас будем поворачивать туда. Я смудил какую-то фигню, что-то совершил. Ладно, ну загадка не такая, ну, вообще сложности у меня никакой, просто крутить палки вот эти вот. Так, все вот это доверчиваем. Одну довертели. Теперь эту ослабляем и крутим просто обычную эту, и все. Ослабили. Теперь крутим без шестеренок. Она типа цеплялась тогда. Вот что-то она не хочет, козлина, крутиться. Ладно, раз не хочет, так его прокрутим сейчас по-другому. Блин, почему же так я мужу на этой фигне? Ну, Ларка, блин, ё-моё. Я не думал, что эта загадка буду мудиться. Ну вот, что ж тут, блин. Теперь точно ослабляем и просто прокрутим. Ё-моё, как все трудно. Бредово как-то получается, честно сказать. Блин, ну хрен ли она еще не цепляется, козлин. Сейчас, наверное, поворачиваться не будет, как всегда. Эх, извиняюсь за такое долгое муждение этой тупой загадки, которая очень легкая.
Сейчас-то мы ее точно пройдем уже. Все, загадка, прощай. Так. Так, и на этом я с вами прощаюсь. С вами был Санчес, 69 Фул. До встречи.